Но я думаю, что турнир в Китае должен придать уверенности прежде всего нашим казахстанским игрокам, потому что они имели там много игрового времени и сыграли существенную роль в общем успехе команды. И мы понимаем, что нельзя рассчитывать на то, что только одни легионеры вытянут команду в этом сезоне в Лиге ВТБ. Нам обязательно нужен хороший бэкап или хорошая поддержка в лице казахстанских игроков. И надеюсь, что, возможно, кто-то из них не только будет играть роль бэкапа, но действительно будет играть существенную роль на площадке в качестве игрока основной ротации. И чем больше таких игроков было бы, тем было бы лучше и для всего казахстанского баскетбола, и для страны в том числе, и для национальной сборной. Поэтому я ожидаю много от этого сезона, как проявят себя и наши новые иностранные игроки, и казахстанские игроки. И надеюсь, что в этом сезоне мы сможем себя проявить не хуже, чем в предыдущем, и даже немножко шагнуть вперед.